Ну привет. Привет, привет. Буквально через. Очередь убери. Да-да-да. Да. Представляете, через 10 часов состоится велопати. Велонати. Велонати. Скажите, а на велопати будет презентация проекта Тор? Да какого хрена он нам нужен там? Там будет велопати и все. Добрый вечер. Скажите пару время слов. Время 5 часов 6 минут, поэтому я хочу вам пожелать доброго утра. Кто начал в эту тему въезжать и кто начал... Поцелуйте вот сюда в камеру. Начал понимать то, что это... Пожалуйста. Просто так. Привет. Привет, привет. А чем ты тут занимаешься? Смотрю, фотки старые. Димон, что про Тор хочешь сказать? Это полная хуета. Так а почему? Почему? Загони себя в долги. Да какие долги? Просто берешь штуку, даешь и все. И тебе надо привлечь 10 тысяч человек, чтобы ты что-то заработал. Так никого тебе не надо привлекать. В той же линии должно еще у других тоже 10 тысяч человек, 100 тысяч человек. Давай, 10 лет тебе, блядь, времени. Все. Это Миша. Ты не хочешь мне подарить MacBook Air 13-дюймовый? А? У тебя возникало такое желание, когда ты меня встретил первый раз? А? Я могу ответить уже? Конечно. Давай, отвечаем. Давай, ну, давай. Не надо. Нет, я сам буду. Не надо. Задай вопрос еще раз. Задай тебе вопрос? Ну, я думаю, что ты ответишь. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Жалко, нельзя в режиме разговора. Tonight's gonna be a good night. Опа. Привет. Привет, брат. Я модем-то, брат. Модем у нас где? Пару слов от создателей проекта Тор. Где у нас модем? Пару слов, все будет хорошо. Как обычно, все отлично. Мне не расходится. Где же правда? Одни считают, правда что в трусах. Мне кажется, самая правда в трусах. Одни считают, что Тор спасет вселенную. Да. Так где же правда? В трусах. Одни считают, что правда в трусах. А в трусах. Почему в трусах? Потому что только трусы не снимают на пляже. Значит, правда та. Правда там, правда согрета где-то здесь, где-то в нас. Остается снять только трусы. И все узнают полную правду. И представляете, и представляешь, что? Кто кому нравится на пляже, значит, да? И прикинь, и кто-то из нас будет снимать трусы, и с удивлением находить, что там находится кто? Тор! Там был Тор! Тор — это полная жопа. Да, то есть... Это тур! Дай нас двух конец. Два полушария, либо то, центр. Задаешь движение, и пошел процесс. Рустик, все, ты считаешь, что Тор круче МММ? Так. Круче МММ, только трусы. Остальные все без трусов. Вот он, представитель консерватизма. А вот у нас новая точка относительно модель мышления. Вот представитель консерватизма. Смотря для ты чего, тоже смотря как и он. Как, потому что цель она одна, и да. Одна получается просто в обход, а другая может ближе, может даже дальше. Все покажет время. А цель у того и одного, она одна. Мы все к этому идем, и мы придем к ней. Хочешь сказать, мы идем к шкурному интересу, что ли? Вот этот человек, он идет к шкурному интересу. Зовут его Дима из Перми. А к чему идем мы, я говорить не буду, потому что каждый человек то, понимает секрет, это сам. Это секрет, да, для тебя? То, что это ваш шкурный интерес. Это секрет для вас всех, это ваш секрет для нас какой всех же? Интерес. Мы в это верим, мы в это искренне верим, мы потихоньку к этому. Да какой же на самом деле смысл? Есть ли тут шкурный интерес или нет? Ответь на этот вопрос себе сам.